В Махачкале стартовала трехдневная выставка «Форум Caspian Dental 2017». В мероприятии приняли участие стоматологи Махачкалы, Москвы и Санкт-Петербурга. В научной программе запланировано проведение актуальных тематических семинаров. Что касается выставки, то здесь производители Москвы и городов Дагестана представили выбор стоматологического, зуботехнического, рентгеноборудования, имплантологии, материалы стерилизации и упаковки. По словам организаторов, такие выставки по всей стране не редкость, но в Дагестане проходят впервые. В будущем встречи стоматологов такого уровня будут проводиться чаще. Люди могут прийти, получить знания и на выставке тоже приобрести себе новые материалы, познакомиться с новыми людьми и заключить деловые контракты. Вступили новые правила сейчас, программу НМО, непрерывное медицинское образование. И мы молодым специалистам, у кого сертификат заканчивается, выдаем еще баллы. Тоже немаловажно.